Доброе утро. Мы проснулись аж в 11 часов. Мы с Гришкой пораньше, я уже растопила, а вот все встали в 11:30. Переиграют в какую-то игру. Посиди с Пашей. Майнкрафт. Фофа тебе почистил мандаринку, да, сынок? Ты сам почистил? Да. Я можно пока что на рыбалку лучше? Будем теперь все вместе завтракать. Доброе утро, страна. Доброе. Доброе. Тогда я даже про себя давно сказала. А это сказали только сейчас. Афонечка, а что ты там делаешь? Сумку смотришь? Ну и как тебе сумка? Красивая? Да. А тетя Олеся красивая? Хорошо, хоть сумка сейчас у нее красивая. Сейчас я сумку отберу у Афони. Тетя Олеся красивая? Тогда а сумка красивая? А сумка красивая? Давай. Отдавай, отдавай. Тетя Олеся уже сейчас домой поедет. Я же красивая. Давай. Зато у меня сумка красивая. Хоть одна радость жизни. Да ты красивый? Тоже нет? А мама? Повезло. Все какие-то страшные вокруг Афоня, да? Одна сумка красивая. Точно. Что это такое? Папин подарок? Сейчас упадет? А, да не надо трогать, это же папин, сынок. Не надо. Везла Олесю, здесь у нас какой-то белорусский лен вот раскладывается, не знаю, что-то так поздно, 2 часа уже. Так, у нас уже 5:30, я наконец-то побиралась в кладовой. У нас здесь швабры стоят. О, вот это, кстати, мне не очень швабра, потому что здесь на липучке снимается, и липучка только с одной стороны, очень трудно натягивать. И на самой вот этой пластиковом основании оно никак не двигается. То есть мокрую тряпку довольно трудно натянуть, поэтому... А вот это вот просто супер-пупер, та, что перегибается вот здесь посередине. И сижу не мне, я укрепил шурупчиками, потому что она уже начала ломаться. И вот здесь вот были трещины, в общем, все он сделал, и она теперь отлично выполняет свою функцию, сохнет. Я здесь вымыла пол. И рыбка наша астраханская. Вот она, астраханская рыбка, которую родители нам привезли, Серёжины. А, вот такая вот. Здесь еще у нас куча пива осталась. Банки здесь посортировала. В общем, прибралась после дня рождения и вообще после всего в нашей кладовке. Компоты уменьшаются. Прям заметно. Ребята тут убираются. Пап, я хочу головонку. Знаешь, почему посмотреть? А то, там качество. Качество? Да. Тише, не надо так. Когда она начнется, до часа дюхдакова я закончу, а потом уже головонка. Да? Я бы еще ее никогда не смотрели. Не смотрели. Не смотрели. А ты будешь смотреть? Не знаю, подумаю. О, на туда подушки одеяло. Полежать. Успокойся. Сегодня на отдых, да? Мама, это а когда нам Гриша на крёзда приедет? Не знаю, мы у них спросим. Мам! Угу. Мы тут смотрим мультик. Очень нам нравится, да? Какой, Гриш? Головоломка. Головоломка, да, по СТС идет. Я слышала, что это, что-то там. Да, премию какую-то, да? Очень такой здоровский мультик. Мы его не смотрели, он, по-моему, в кино тоже шел. Очень интересно. Так, ну что, на сегодня все. Сейчас буду уже монтировать видео. Да? Я бью!
у Антохи тут рация, а в фоне телефон. Так, кому ты будешь звонить? Деда. Все делает дедушки. Да? А любит просто деда. Просто любит деда. Мама! Да. А, это что, зеркало? Да. Можно смотреть? Да. И как ты там похож? А на кого ты похож? На кого? А кто там? Афоня? А как у тебя эти рации работают? Рации? Да это надо их там заряжать, сынок, настраивать. Это радио няня наша, кстати. Покажи, какая. Да, ты смотри. Без радио няни нам было вообще никак. Она нас очень-очень-очень выручала. Но у нас это вот Афонина, она как-то с ней мы плохо подружились. А у нас была от фирмы «Мама», там, не помню, было написано «Белая с оранжевым» такая была. Они были у Гриши и у Антоши. А вот это у Афони немножко похуже. Но та уже тогда сломалась. Она у нас летала там столько раз. Какая? Другая, оранжевая была. А вот эта розовая, она Афонькина, и что-то она нам не очень нравилась. И вы звонили на нашей лакции, когда Афоня плакал. Угу. Ну все, в общем, будем прощаться. Всем, всем пока, прием, прием. Завтра увидимся. Военные. Рации. Военные рации. Ну, а, завтра мы увидимся. Всем прием и пока.